Так, ну что ж, я всех приветствую. Приветствую тебя, тот человек, который смотрит эту видеозапись. Меня зовут Виталий Соболев, я являюсь предпринимателем, и моя задача сегодня типа познакомить с идеей бизнеса в проекте СМК. Да, немножко обо мне. Мне 25 лет, у меня высшее экономическое образование, я женат, являюсь предпринимателем. Ну, вообще, давай сразу обсудим. Да, сейчас в интернете множество предложений о работе. И если вы ищете что-то из ниже перечисленного, финансовые пирамиды, проекты, требующие вложений денег, вакансии с различными платными обучениями, там всякие выводы денег нелегально через какие-то Яндекс кошельки, Форексы и так далее, то сразу скажу вам не сюда. То есть мы сегодня будем говорить про честный вид предпринимательской деятельности по законодательству нашей страны, Российской Федерации. План нашего сегодняшнего вебинара. Моя задача будет ответить на 5 вопросов. Первый вопрос: в чем идея бизнеса? Второй: за что платить деньги? Кто вам будет помогать? Что нужно делать? Ну и что будет в результате? Я думаю, такой формат встречи тебе подходит. Ну что, но перед тем, как мы начнем разбираться с идеей бизнеса, очень важно ответить для себя на вопрос. То есть, что изменится в вашей жизни, когда вы будете в месяц больше получать на эту сумму? То есть у каждого человека есть в голове определенная сумма, да, получая которую он понимает, что определенные задачи, определенные проблемы жизни он мог бы решить. Да? То есть денег всегда кому-то на что-то не хватает. Да? Кому-то 25, кому-то 50, кому-то 100 тысяч рублей дополнительного месяца. Кому-то не хватает на новый автомобиль, кому-то оплатить ипотеку, кому-то купить там купить фитнес-карту. Да, для всей семьи, может быть, вылечить зубы, кому-то оплатить образование или купить новый мобильный телефон. Да, вот найдите, на что вам не хватает. Ну и также оцените свой материальный статус. Да, есть данные такого сайта Росстата, это 2012 год, и здесь показывается материальный статус людей в нашей стране. Да, ну, когда люди вот обращают внимание на эти цифры, да, то есть кто-то думает, что он хорошо живет. Но когда видит эти цифры, понимает, что да, иногда даже мурашки по коже пробегают, да, открываются глаза на реальность. Ну вот несколько категорий. Есть крайняя нищета, это люди, которые получают там до 4000 рублей ежемесячно. Нищета, это от 4 до 9500 рублей. Бедность, от 9500 до 20000 рублей. Выше бедности есть такая категория, да, с зарплатой 20-30 тысяч рублей в месяц. Да, это тоже считается, да, вот уровень выше бедности. Добрались до среднего достатка, то есть средний достаток в нашей стране — это доходы от 30 до 60 тысяч рублей. Да, опять же, это на одного человека. То есть такой средний класс в России зарабатывает где-то около 50 тысяч рублей. То есть, если, например, семья из 4 человек, 2 ребенка, муж, жена, то средний достаток на семью должен быть порядка 200 тысяч рублей. Да, вот проанализируйте, сколько людей в вашем окружении эти деньги зарабатывают. Да, есть состоятельные, есть богатые, конечно же, есть и сверхбогатые. Вот, но даже если человек хорошо зарабатывает, очень важно задать себе вопрос: а сколько раз в год вы путешествуете? Один раз в сезон, да, может быть, 2 раза, да, может быть, вообще забыли, когда последний раз отправлялись куда-то в путешествие. Ну и каким образом еще вы можете себя проверить, ответить на вопрос, уверены ли вы в вашем источнике дохода. То есть можете ли вы привести несколько аргументов надежности, да, что все будет хорошо там через месяц, через год, через 2 с вашим источником дохода. Да, чтобы с этим разобраться, вам поможет вот такая схема, которая называется квадрант денежного потока, которая показывает, да, какие люди деньги зарабатывают, как эти деньги между людьми распределяются. Здесь есть 4 сектора. Давайте о каждом из них немного поговорим. Ну, первый сектор — это наемный труд, да, то есть нас с самого детства готовят быть в этом секторе, да, то есть получить образование, выучиться в школе, да, институт, потом работа. Да, но здесь вот, то есть очень многие люди в этом секторе находятся. Что характерно для этого сектора? Ну, это определенная стабильность, да, социальный пакет и пенсия. Ну, давайте по каждому из них пройдемся. По поводу стабильности, да, то есть если человек работает на какой-то невысокооплачиваемой работе, то да, получает стабильно маленькие деньги. Да, если же говорить про более высокооплачиваемые
должности, то, опять же, кризиса никто не отменял, да, связи никто не отменял, да, сокращения, увольнений никто не отменял. Сами видите, что сейчас происходит, банки лопаются, да, людей где-то сокращают, где-то урезают зарплаты, да, поэтому такая больше мнимая, да, стабильность получается. По поводу социального пакета, соцпакет, который сейчас, он далеко не тот, который был раньше. Да, потому что если вы хотите качественное образование, плати. Да, хочешь качественную медицину, плати. Ну, в общем, за все плати. Пенсия, ну, по поводу пенсии здесь вообще, да, то есть просто можно посмотреть на то, как живут пенсионеры, да, люди, которые сейчас выходят на пенсию, ну, и, в принципе, не особо хочется выходить на пенсию. Да, и сейчас что происходит? То, что сейчас увеличивается возраст старения населения, поэтому, то есть будет все больше людей сейчас, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, там, меньше употребляют алкоголя. Да, поэтому увеличивается количество людей, которые выйдут на пенсионный возраст. А получается, что денег просто не будет на всех хватать. Ну и, наверное, в нашей стране с пенсией никогда не будет порядка. Да, это сектор R, наемный труд. Следующий – это сектор работы на себя. Что здесь? Ну, здесь, опять же, характерно, да, для людей. Это, конечно, поинтереснее, более такой лучший вариант, да, чем работа на кого-то. Люди открывают какое-то свое дело, да, вкладывают свое время, свои усилия, средства. Зачастую здесь человек работает по принципу 24/7. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Получается, вот эти вот два сектора, да, то есть пока люди в этих секторах работают, деньги у них есть. То есть если человек перестал работать, да, соответственно, денег у него нет. Да, находится в таком вот состоянии, которое называется финансовая зависимость. Поэтому, если вы сейчас там, вы молоды, или вы там, у вас близок пенсионный возраст, да, или вы находитесь на работе, но понимаете, что перспективы не ахти, то стоит задуматься о том, как вот перейти в правую половину квадранта денежного потока. Первый сектор здесь – это сектор Б, организатор бизнес-систем. То есть организатор бизнес-систем для этого сектора характерно пассивный доход, то есть те деньги, которые человек получает благодаря созданию системы бизнеса. У человека есть свободное время для того, чтобы, ну, как-то жить, да, больше времени с семьей проводить, путешествовать, заниматься любимым делом. И работает система, то есть, опять же, система, которая позволяет осуществить первый и второй пункт. Ну, по поводу бизнеса, очень часто люди просто боятся в этот сектор лезть, ну, и правильно боятся, да, потому что для этого нужны деньги, и нужны достаточно большие деньги. А у большинства людей просто нет тупо лишних денег, чтобы их можно куда-то было вложить. Нужна какая-то идея, да, и нужны навыки, да, навыки, которые помогут эту бизнес-систему создать. Поэтому далеко не каждый человек, да, вот, готов, да, там все бросить и перейти в организацию линейного бизнеса, да, традиционного. Также есть франшиза в этом секторе. В плане франшиз это право пользоваться раскрученным товарным знаком, брендом. Там Мир Пицца, Планета Суши, да, Пятерочка работает по этим схемам. Но здесь опять же, да, чтобы купить франшизу, нужны достаточно большие вложения. Ну и третий вид бизнеса – это MLM бизнес. Наша как раз система СМК развивается вот в этом направлении. То есть мы каждому человеку даем возможность с нуля, без вложений, не имея бизнес-навыков в любом возрасте, не имея большого количества времени, начать и создать свою бизнес-систему, которая в ближайшем будущем вас будет обеспечивать стабильно растущим доходом. Четвертый сектор – это сектор инвестиций, да, это люди, у которых уже есть деньги, есть определенные знания в этой области, есть связи, ну, соответственно, инвесторы свои деньги инвестируют, а эти деньги просто приумножаются. Как вы уже поняли, наш проект СМК развивается в секторе Б, да, то есть в секторе организации бизнеса, да, и мы каждому человеку даем возможность, да, вот стать финансово свободным. Да, то есть возможность финансовой свободы – это возможность заниматься тем, чем вы хотите, когда вы хотите, с кем вы хотите. Да, потому что наша система бизнеса это позволяет. Каким образом? Давайте это обсудим. Куда движется мир? То есть если мы сейчас с вами посмотрим движение, да, современного мира, тренд идет в интернет. То есть огромное количество людей сейчас проводит время в интернете. Да, то есть с каждым годом все больше и больше становятся пользователи сети интернет. То есть если мы с вами хотим посмотреть какие-то новости, афишу, куда мы идем? Правильно, да, интернет. Да, если мы хотим с вами
там пообщаться, знакомиться с друзьями, социальные сети, пожалуйста, интернет. А если мы с вами хотим оплатить какие-то платежи, ЖКХ, тоже интернет. Сейчас, наверное, только бабушки, да, которые стоят еще там в Сбербанке в очередях. То есть сейчас все это можно сделать с телефона. Покупки какие-то, да, сейчас мы тоже совершаем через интернет. Сейчас большое количество компаний, да, уходит в интернет, открывают свои интернет-магазины. То есть, например, то же самое сеть магазинов «Магнит» в трех городах России в экспериментальном варианте открыли интернет-магазины. То есть это возможность заказывать через интернет продукты на дом. Как сказал коротко то, о чем мы занимаемся, Билл Гейтс, в будущем на рынке останется два вида компаний. Те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. Да, вопрос, как бы, вот, куда вы будете относиться и куда вы будете двигаться. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вам зарабатывать в бизнес-системе СМК. Что такое система СМК? Это модель бизнеса, созданная командой предпринимателей, зарабатывающей в сети интернет. Да, то есть на этой фотографии можете, на этом слайде вы можете видеть партнеров нашей команды. Это молодые семьи, это мамы в декрете, это студенты, это люди, которые работают, совмещают, да, развиваются в нашем проекте СМК, встали на путь предпринимательства, да, вот, ребята, вы можете видеть свои свидетельства АБП, ведут честный вид предпринимательской деятельности, платят налоги, платят пенсионный фонд и спят спокойно, да, будем говорить так. Что мы делаем? Мы создаем поток покупателей. В интернете это называется трафик на сайт нашего партнера. Таким образом делаем товарооборот. То есть представьте, 1000 человек через ваш интернет-магазин сделали покупки на 1000 рублей. Ну, купили там у нас товары, то есть это не вложение, то есть у нас товары естественного спроса, по сути, то, чем пользуется каждый человек ежедневно. Получается, 1000 человек купили на 1000 рублей, товарооборот получился 1 миллион рублей. Мы получаем процент с товарооборота всех покупок, привлеченных вами клиентов. Вот. Ну вот в данном примере 5% с 1 миллиона получается 50 тысяч рублей. Да, в среднем партнеры где-то за 3, ой, за 6-12 месяцев выходят, да, на эти результаты. Также мы получаем скидки и бонусы на личные покупки. То есть у нашего партнера-производителя вы можете пользоваться продуктом его, да, с базовой скидкой 20%. Ну просто, да, далеко не каждый, да, розничный магазин дает базовую скидку 20%. Обычно это 5, 7, ну, может быть, в лучшем случае 10%. Скидки пример клуба, и максимальная скидка у вас может быть на весь ассортимент нашего партнера до 52%. Также мы получаем премии за выращенные 22% структуры потребителей. За каждую такую структуру вы получаете от 1000 долларов и более. Что такое 22% структура, мы чуть позже с вами разберем. Как мы это делаем? Мы создаем поток людей из социальных сетей, среди знакомых, из досок объявлений, форумов, благодаря нашей системе СМК, на сайт интернет-магазина нашего партнера-производителя. Да, наш партнер является производителем, у него порядка 5 заводов по всему миру. Да, партнер надежный, проверенный временем. Но благодаря нашей системе появляется, кто у нашего партнера? Во-первых, потребители, которые сами пользуются продуктом со скидкой 20, 50, от 20 до 52%. И также появляются партнеры системы, которые тоже могут пользоваться продуктом, покупать через интернет-магазин, получать доход от бизнеса, от создания как раз вот этой вот потребительской сети, ну и также партнеры, также подарки от нашего партнера. Как мы это делаем? Мы строим вот так называемую базовую обучающую группу. Да, то есть вы пришли в проект, вы регистрируетесь под последнего. Таким образом, вот есть я, есть вы, да, вот этот вот второй человек, и тех партнеров, которых вы приглашаете в свою организацию, регистрируются под вас. Тех людей, которых я приглашаю, мы регистрируем, соответственно, тоже вашу команду, вашу обучающую группу под последнего. Таким образом, вот эта вот базовая обучающая группа, она растет нашими общими усилиями. Люди пользуются товарами ежедневного потребления, средствами гигиены, там товары для красоты, для здоровья. И таким образом увеличивается товарооборот.
Как это выглядит на практике? Ну вот, первый этап. Строится вот эта основная командная ветка нашими общими усилиями. То есть те партнеры, которых вы приглашаете, и ваши наставники. На этой базовой командной ветке вы обучаетесь, приобретаете все необходимые навыки, функции. Видите, как растет товарооборот этой команды. Когда товарооборот этой команды становится порядка 150 тысяч рублей, вы выходите на 18% на втором этапе, становитесь менеджером группы. Параллельно у вас появляется пара ключевых партнеров, и на основе всего этого опыта вы открываете уже вторую ветку, которую вы строите уже самостоятельно. Почему? Потому что вы на основной базовой ветке уже этому научились. Когда ваша вторая ветка доходит до 15%, ее товарооборот порядка 100 тысяч рублей, вы, соответственно, открываете звание директора. Первая ветка у вас уже становится вот 22-процентная структура. На этом уровне у вас доход до 30 тысяч рублей в месяц. Далее там по фиксации этого товарооборота вы еще получаете дополнительную премию в размере 1000 долларов. Ну, дальше по аналогии. Да, вторую ветку вы довели до 18%, берете третью ветку. Потом на пятом этапе у вас уже две 22-процентные структуры, доходы соответствующие порядка 55 тысяч рублей. Да, две путешествовать начинаете за счет компании-партнера, и единовременную выплату 2000 долларов. Количество этих 22-процентных структур не ограничено, соответственно, доход тоже не ограничен. Но возникает вопрос, да, возникает вопрос, кто является нашим партнером, кого мы выбрали. Вот я говорил, партнер-производитель. Ну и вот партнером-производителем нашим является международная шведская компания Oriflame Cosmetics. Ну, для кого-то Oriflame Cosmetics это просто там каталог и косметика, и для меня, когда я приходил, у меня были тоже такие же ассоциации, но когда я разобрался, как бы, в чем суть, в чем идея бизнеса, да, то, что это совсем другое, да, давайте как раз об этом поговорим. То есть, что нам предоставляет наш партнер? Ну, скидку через интернет-магазин на весь ассортимент, то есть мы именно строим организацию за счет личного потребления, делаем покупки, да, на сайте нашего партнера. Получаем процент товарооборота от 3 до 22% сети, которую вы создали, и единовременные выплаты от 1000 долларов по текущему курсу. Там 1, 2, 3, 4, 6 и так далее тысяч долларов за новые выращенные 22% структуры. Что еще нам наш партнер предоставляет? Участие в автопрограмме. То есть компания оплачивает покупку нового автомобиля. Да, там на позиции, когда вы выходите на 22%, это Skoda Rapid, когда вы становитесь директором своего филиала. Вот, далее это Volvo XC60, а на определенных статусах это в подарок вам компания дарит Mercedes, там ML-класса, S-класса и так далее. Также ежегодные поездки, которые оплачивает партнер, это прошлый год это была Испания, в этом году Кипр, в следующем году вот у нас партнеры сейчас собираются на круиз, да, то есть два круизных лайнера в Средиземном море поплывут в путешествие. Причем полностью эти поездки оплачиваются нашим партнером, то есть вы за эту поездку ни копейки не платите. Ну, по поводу нас, да, то есть возможности результата нашего бизнеса, да, как я уже говорил, когда я приходил в проект, я думал, что это просто там сестра вот губы чем-то раскрашивала, да, Рифлейм Якубович Поле Чудес дарил, да, но когда мне рассказали об этих возможностях, мы решили начать. Потому что мы развиваемся в проекте вместе с супругой Ириной и Виталием Соболева. Почему начали? Ну, потому что это возможность неограниченного дохода, да, на тот момент мы были студентами. Второй момент, то, что здесь есть возможность совмещать, то есть можно спокойно совмещать с воспитанием детей, это подходит для мам в декрете, потому что деятельность мы ведем через интернет. Это возможность для студентов, да, зарабатывать параллельно с учебой в гибком графике. Это возможность для работающих людей или предпринимателей начать свое дело без финансовых вложений, параллельно с теми видами деятельности, которые у вас на сегодняшний момент есть. Ну и вот, как бы жизнь кардинально поменялась, да, являемся предпринимателем. Вот у нас свидетельство, да, БП. Получили новую Skoda Rapid в прошлом году от компании, путешествуем, ну и ведем яркий, насыщенный образ жизни, другим людям помогаем осуществлять свои цели и мечты. Давайте пойдем дальше. Почему мы выбрали в партнеры именно Oriflame Cosmetics? Да, то есть компания, которая проверена временем, да, уже более 48 лет, в следующем году будет юбилей 50-летия. Почему, например, для меня это важно? Ну, как я уже говорил, мне 25 лет, я женат, там, и у меня просто нет времени быть, ну, рисковать, да, идти в какой-то сомнительный проект, да, что это в какой-то момент там как возьмет, все лопнет и развалится. Вот мы уже в бизнесе более 7 лет, являемся предпринимателями, и все
договоренности, которые есть с нашим партнером, все компания выполняет, да, все до копейки выплачивает за проделанную работу. Масштабность, то есть это 63 страны мира, международный бизнес, который можно развивать в разных точках нашей планеты. Годовой товарооборот партнера составляет более 2 миллиардов евро, да, то есть это говорит о том, что продукт востребованный на рынке, да, то есть продукт естественного спроса. Да, шампунь, мыло, зубную пасту, то есть по сути все, что нужно людям и то, что заканчивается. То есть наш продукт, он не имеет, что он не имеет? Не имеет, как бы, не подвержен кризисам, да, потому что человек в кризис может сэкономить там на путешествиях, не пойти в ресторан лишний раз, не купить новую шубу, ну, чтоб мыло, шампунь, там, люди мылись, моются, будут мыться. Если этот процесс нельзя остановить, значит, его просто нужно организовать и за это получать хорошие деньги. Известный раскрученный бренд, товары массового спроса, высокое качество, удобная и быстрая доставка, то есть у партнера более 4000 пунктов до выдачи продукции по России. Абсолютно в любую точку компания доставляет продукт. Нет финансовых вложений, то есть следовательно рисков. Мы не считаем это финансовыми вложениями, то есть вы покупаете для себя, по сути, то, чтобы вы и так купили, только купили бы это в розничном магазине. Поэтому необходим будет свой розничный магазин сменить на интернет-магазин компании Oriflame. Официальные выплаты 17 раз в год, готовый бизнес под ключ, закрытые мероприятия, большое количество бонусных программ. Почему наша система СМК онлайн? Пошаговая система работы под ключ. То есть все заказы по личному желанию, основа личное потребление. Да? То есть это все равно, что вы, например, открыли свой магазин по продаже фруктов. То есть где вы будете фрукты покупать? Сами у себя или пойдете там к конкурентам? Ну, ответ понятен. Конечно же, сами у себя. Сильная система обучения, сильная система сопровождения. То есть у нас проходит каждую неделю порядка 10 обучающих вебинаров, где вам дается конкретная информация для роста вашего бизнеса. За каждым из вас закрепляется 2-3 наставника, которые будут вас обучать, помогать, передавать свои знания и опыт. Быстрый старт. Есть возможность быстрого старта, есть возможность тест-драйва. Ну и мы гарантируем результат. То есть у нас есть четкая пошаговая система, которая 100% гарантирует результат. Почему? Потому что наш бизнес – это бизнес статистики, и любой статус, любой доход мы можем просчитать, да, что конкретно необходимо для этого сделать. Зарабатывай с умом. То есть есть два пути. Да, то есть первый путь – это жить по шаблону государства, 5 лет обучения, потом работа по 8 часов в день, там, где весь световой день проводишь на работе, начальник, который диктует свои условия, определенный потолок, в который человек на определенном этапе упирается, отпуск, когда скажут в расписании пробки, нет достаточного дохода. Ну и второй вариант – это… совсем другой подход к своей жизни и к своему будущему. То есть это 2 месяца активной работы. То есть через 2 месяца активной работы вы уже получите первые результаты. 3-4 часа в день в удобное для вас время. Есть наставник, который заинтересован в вашем росте. Стабильно растущий доход. Отпуск в любое время. Работа из любой точки, там, где вам удобно, из дома, там, с дачи, еще где-то. Пассивный доход и возможность передачи бизнеса по наследству. Да, это вот мы предлагаем в 21 веке зарабатывать с умом. Подведем итог. Те 5 вопросов, с которых мы с вами начинали. В чем идея бизнеса? Создание организации обученных и зарабатывающих партнеров. За что платят деньги? За создание больших товарооборотов и обучение директоров. То есть вот выращивание 22% структур. Кто вам будет помогать? Наша команда, да, и ваши наставники. Что нужно будет делать? Обучаться, приглашать людей, давать им информацию о бизнесе, обучать их работе, ну и сменить свой розничный магазин, интернет-магазин ООО Oriflame Cosmetics. Что будет в результате? Получение большого и стабильного дохода, начав с нуля, без вложений и без привязки к конкретному месту. Что нужно сделать, чтобы начать сотрудничество? Ну, у вас есть 3 варианта. Первый вариант вы послушали, поняли, ага, все понятно, мне в своей жизни все проще оставлять, как оно есть. Вот, ну, без проблем, послушали, хорошо, может, кому-то об этих возможностях расскажете. Второй вариант – это есть возможность тест-драйва. Это когда ты приходишь, например, в автосалон, перед тем, как покупать автомобиль, ты его берешь в тест-драйв. Да, то есть вот прочувствовать все эти ощущения, комфорта, удобства, посмотреть, как все это работает, технологии. Да, вот у нас тоже есть тест-драйв, то есть вы можете зарегистрироваться уже сегодня, да,
и, соответственно, посмотреть, как регистрируются люди в вашу команду, как растет товарооборот, попосещать обучение, и там уже там, через какое-то время активно подключиться к построению вашего бизнеса. Ну и третий вариант, да, это быстрый старт, то есть если эти возможности вас вдохновили, да, вы поняли, ага, да, я хочу и хочу как можно быстрее здесь уже получить первые результаты, то вам необходимо заполнить анкету для присоединения. Анкету для присоединения вы можете попросить у того человека, который вам сегодня скинул эту, ну, который вам скинул эту видеозапись. Второй момент, получить пошаговую инструкцию, то есть после анкеты для присоединения мы вас оформим на вашем интернет-магазине. Вы получите пошаговую инструкцию и после этого посетить или просмотреть вебинар «Успешный старт», где пошаговая информация для того, чтобы ваши результаты в проекте начали расти ваши доходы и ваш уровень жизни. В принципе, это все, что я хотел на сегодня вам рассказать. Присоединяйтесь в наш проект СМК, это наша команда, да, это последнее мероприятие проходило награждение в этом году в ВВЦ, Всероссийском выставочном центре в Москве, то есть более 30 партнеров нашей команды, да, которые были на этом поздравительном мероприятии. Да, здесь суммарно только чеков наш партнер выплатил более 1 миллиона рублей. Поэтому система работает, система дает результат, ну и мы вас приглашаем менять свою жизнь к лучшему. С вами был Виталий Соболев, предприниматель. До новых встреч на наших обучениях. Спасибо.